веселей было. Андрей. Да и так ты это весело наебываешься так, что, блядь, еле нахуй домой приходишь. Что ты говоришь? И в вагончике ты с кем спишь там? Да все там спят. Сколько человек? 6 человек. 6. Ну там же тухоль, не протолкнуться. Ну а что сделаешь? Надо работать и, это, так сказать, вкалывать и деньги получать. Согласен? Не согласен. Ты продолжай играть там, это как его, Ярцево. Ну, ты, нам Зеленогорске где находится, примерно хоть? Ну зачем тебе? Ну я найду. Ну, вот. Но меня найду, там у меня знакомые. Ну вот езжай, найдешь тогда нам знакомые. Так тебе ж могут прямо с этого вот барака, где ты спишь, забрать прямо на войну, туда, на Украину. Ну, я пойду на войну. На Украину. Да, пойду на Украину, что? Ну а на вахте там, хоть у тебя одеяло, белое простыни или что? Ты как маленький ребенок, что ты все расспрашиваешь. Все надо, и все есть, все надо. Все, что надо, есть. А кормят сколько раз? Как всех кормят. Ну, спрашивай мужиков, что ты меня расспрашиваешь? Знаешь, что мужиков, кто едет туда, вон у вас там танка собирается, подойди к ним, расспрашивай, все. Я-то все это расспрашиваю. Ну, потому что ты-то сейчас там, ты говоришь? Чего? Ты-то там сейчас, на вахте. Ну, а сколько этажей ты уже построил там строить? Андрей? Андрей? Сколько ты этажей построил, Саш? 3 этажа пока. 3 этажа? И от выработки или не? Ну, так я тебе говорю, ты все меня расспрашиваешь. Ну, с тобой всегда интересно, понимаешь? Ну, вот со мной, я приеду, меня расспрашиваю, а сейчас мне скучно. А какого ты числа приедешь? Чего? Какого числа приедешь? Я в марте приеду, в марте. Может, в конце марта, не знаю. Ну, а какого числа примерно? Ну, наверное, в конце 20-го, 25-го. И где тебя выгрузят? Где это 20-й? Ну, тебя могут возле Рябинушки, блядь, или он на площади тебя выгрузит. Вот я выгрузит и выгрузит, какой тебе жаль. Ну, я ж тебя буду встречать, а не кто-то. А мне зачем, чтобы ты встречал? Что мне твоя встреча? Ну, хоть возьмешь коньячку возьмешь, коньячку. Чего? Коньячку хоть возьмешь. Там коньячку, короче, если ты возьмешь, больше не поедешь, понял? Там не пьющие собрали. Не пьющие, не ебущие. Там вот так такие собрались, которые не пьют. Не пьют, там надо другое место искать. Не, ну ты-то приедешь после вахты, отметить-то надо тебе. Вот это так, кто отмечает, больше не едет туда. Потому что когда отмечается... Надо ехать.